очень редко, когда. Что еще? Тут еще какие-то были вкусности. Вот. Анчоус 2 евро. Анчоус, семечки отборные. Карпайские. Евро 25. Крабы, типа вот эти. Черная икра. Жигулевская, смотри. Приколы такие, ага. Молоко сгущенное. Сколько молоко сгущенное? Сардины в томатном соусе. Молоко сгущенное. 2,27. А шпроты сколько стоит? А это с Риги вот эти вот товары. Вот это с Риги. Да, да, даже написано. Ага, с Риги. 2,23. 2,23 стоит. Я не помню, сколько они в Риге стоили, но здесь 2,23 стоит. А вот смотри, какой хлеб. Черный. О, черный хлеб есть. Вот это нормально. Ржаной латвийский хлеб. Да, 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 из Латвии. В общем, нормально. Это продукты из Латвии, из Германии, из России. Вот огурчики тут, слушай, помидоры есть, класс. Сколько помидоры стоят, огурчики? 4,90, огурцы 3,20. А банка вон, огурцы какая, сколько там? Не написано. Где-то 500 грамм. Вот моя семья, видишь. В общем, 3,20-3,50. 3,20-3,50. Боржоми есть. Никогда не поздно пить боржоми. 1,80. Такая бутылка. Гречка, более-менее. Такой большой пакет. Гречка сколько? 800 грамм. 3,80. 3,80 стоит. 800 грамм. Ой. Да. Тульские пряники, пожалуйста. Пряники тульские. 1,70. Такие вот дела. Что, пока все, друзья. Находимся, как сказал, на Мальте. Как этот город? Сан-Джулианс называется этот город. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.